Дорогие друзья, уважаемый Константин Михайлович, ректор нашего замечательного университета. Еще раз, дорогие друзья, время бежит очень быстро. И каждый раз, когда оно возвращается как будто бы в ту же точку, оно оказывается на новом, более высоком, более содержательном витке в нашей жизни. Пятьдесят семь лет назад, когда я пришел в стены этого института, мы рядом с нашими китайскими друзьями сидели за одной партой, учили одни предметы и обменивались друг с другом одними и теми же мыслями. 57年前当我来到这个学校的时候，我跟那个中国同学呢，也是坐在一个书桌旁边研究这个学习的这个知识，学习的这个科目。 Мы жили, мы дружили и были вместе. Мы понимали, что у нас нет другой дороги. И слава Богу, что сейчас мы вновь возвращаемся к этому движению вперед. Я уже не помню, когда я стал профессором. Это где-то более 40 лет. Но я твердо знаю, что дружба наша между Россией и Китаем всегда была и будет вечной. 但是我呢，大概已经成为教授已经四十，记不清多少年了，四十年了吧，大概。但是我呢，相信，俄中友谊呢，以前、现在和将来都会永存。 Когда мы учились с нашими китайскими братьями 57 лет назад, то в стенах этого института главным лозунгом, и этот лозунг сохранялся всегда, был лозунг «Военмех лучше всех». На новом витке, о котором я говорил в наших отношениях, мы все выше и крепче дружим друг с другом. И прошедший съезд Коммунистической партии Китая подтвердил это. 俄中友谊吧，就是一直是非常的坚固。我相信也会一直经过这个时间的检验，也是这样的。 Я думаю, что выборы президента нашей страны в 2018 году поднимут это понимание еще более высоко. 我想。 2018年俄罗斯的总统会把这个问题的理解会提高到一个新的高度。 А что касается нашего университета военмеха, я вам должен сказать, дорогие коллеги, дорогие друзья, что из стен этого вуза вышло великое количество выдающихся ученых, выдающихся конструкторов, выдающихся политических деятелей. И всегда, всегда и везде лозунг «Военмех лучше всех» был впереди каждого из нас. Мы жили с этим и жить будем. 至于我们这个学校呢，就是说它培养出了很多的科学家呀，还有政治活动家呀，我相信呢，从这个我们这个学校里面呢，一定还会培养出很多优秀的人才。Поэтому, дорогие мои друзья, молодые, от всей души поздравляю, что вы здесь, в этих стенах института находитесь. И всегда давайте вместе повторим это великое слово «Военмех лучше всех!» Еще раз! «Военмех лучше всех!» И последний!
Израильмир лучше всем!